Потом была машинка. Не, отстань. Не, не отвлекай меня. Свет, тогда я с тобой буду гулять. Слушай, ты, крокозяблик маленький, я ж тебя попросила не отвлекать меня. Сестренка, ну сколько можно? Что можно? В телефоне сидеть всегда. А, ты про телефон? Сколько хочется, столько и можно. Ты мне просто завидуешь, потому что у тебя телефона нет. Я не завидую, просто мне скучно одному. Дай мне телефон. Я знаю, как это играть. Отстань от меня! Тебе телефон нужен только для игр, а я тут делаю важные дела. С подружкой переписываюсь, правила учу и в интернет-магазине футболочку выбираю, так что отстань от меня. Я видел, что ты гладь, да не выгладь. Тебе показалось, у меня куча дел, а теперь слезь с меня, крокозяблик маленький. Я тогда тоже хочу телефон и куча дел. Ай! Маленьким телефон не положен. Вот вырастешь, и мама купит тебе так уж и быть телефон. Ну это долго, да. Ну давай ты мне прямо сейчас накайдуешь. Пожалуйста. Я за тебе вот эту палочку понесу. Цена! Ты хотя бы понимаешь, сколько нужно пыльцы потратить, чтобы из воздуха превратить хороший телефон? Сколько? Тысячи, что ли? Какая тысяча? Целый спичечный коробок пыльцы нужен. А у меня столько нету. Свет, ну я очень хочу. Вот ты все время что-то хочешь. У тебя что, возраст такой, а? Ну ты можешь мне не мешать? Свет, ну мне скучно. Ай, ну почему все младшие братья такие надоедливые, а? Скучно ему. Ладно, сейчас не будет тебе скучно. О, что это? Что-что? И это офигенная вещь. Это 3D-ручка, а это 3D-палитры. И там еще трафареты есть. Представляешь, что можно из этого сделать? Откуда она у тебя? Да я так лазила по интернету, увидела и заказала. И вообще, и это сейчас супер модно. Они сейчас почти у всех есть. А ты мне не показала. А потому что я не захотела хвастаться, как некоторые. Давай скорее пробовать. Трафаретики, инструкция, ручка. А это зачем вообще? Это на пальчики. Да, на пальчики одевать, чтобы не обжечься. Смотри, это 3D-палитры. Какой цвет выберем? Давай зеленый. Зеленый. Смотри, берем этот пластик и вставляем вот сюда. Видишь, он заходит. И представляешь, можно рисовать даже без бумаги. Как это без бумаги? Просто, как дважды два. Ого, ничего себе!
Ой, а тебя мама не залугает? Нет, конечно. Смотри, как она легко снимается. Ой, дай мне попробовать. Только аккуратно. А нарисуй мне конфетку. Конфетку? У меня конфет не получается, смотри. Давай лучше я тебе покажу, как надо. Нажимаешь на кнопочку и вот так вот медленно ведешь. Смотри, буковка получилась. Яна, это буква А, дай мне нарисовать. Подожди, давай подставочку нарисуем для нее. Да все, что ты захочешь, все, что угодно тебе в голову придет. Любые фантазии. Сейчас покажу. Смотри, видишь, что я нарисовала? Очки. А ну-ка дай мне помелить. А ну не сломай их. Еще у меня есть бабочка и велосипед. Это моя машинка. Не сломай мой велосипед. Велосипед отдай. Не дам. Тогда я тебе не дам 3D-ручку. Ну ладно, ладно, на тебе велосипед. На, рисуй, так уж и быть. Свет, а то мне нарисовать. Богдан, смотри, есть вот эти трафареты. Вот поэтому я рисовала очки. Поэтому бабочку. Тут еще велосипед есть, гитара и домик. Выбирай что угодно. Очки. Тогда аккуратно обводи по трафарету, а когда закончишь, ручку положи вот в эту тубу. Вот, смотри, она даже открывается вот сюда. Света, порисуй со мной. Слушай, эта ручка специально для детей, и я ее тебе дарю. Рисуй на здоровье, главное, меня не трогай. Ура, моя ручка. А давай так, я тебе свою ручку дам, а ты мне телефон. Давай так договариваемся. Что? Нет, 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 мы так с тобой не договоримся. Хотя, давай ты ручку мне сейчас дашь, а я тебе телефон попозже. А когда попозже? Ну, у тебя сейчас тихий час, вот ты поспишь, отдохнешь, а когда проснешься, будет у тебя телефон. Честно? Честно, честно. Я ему, значит, подарила 3D-ручку, а он все равно хочет мой телефон? Ну, я ему устрою телефон. Хочет он, значит, телефон, будет ему телефон, как настоящий. Что-то вроде получается. Похоже или не похоже? По-моему, похоже, даже очень. О, точно, коробочка! Вот, все готово. Теперь дарить можно.
Ну вот, и ручку себе оставила, и телефончик себе сохранила. Света, а у Лузы есть телефон? Да, вот же лежит. Свет, это что такое? Телефон. Нет, это иконы, ты все нарисовала, видишь? А ты разве говорил, что тебе нужен настоящий телефон? Ну ты вредина! Стоп, ты, настоящий телефон появись! Нет, такого не может быть! Я не поняла, это что, у меня волшебная 3D-ручка? Это вообще-то моя ручка 3D, отдай! Моя! 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 Дети, вылезайте, приехали! Мам, а где мы? Это Питер, солнышко! Мам, мы надолго? Думаю, дня на 3. Идите на тротуар. Пошли, отнесем вещи. Я пошел гулять. Я тоже хочу с одноклассницами встретиться. Слушайте, я по делам опаздываю. Давайте тогда так. Я сейчас вещи отнесу, вы гуляйте. А когда нагуляетесь, придете к тете Вере и дождетесь меня там. Договорились? Угу. Хорошо, следи за Богданом. Хорошо. Я побежала. Богдан, вот если бы ты родился в Питере, как я, то ты бы понял, что этот город лучше. А Москва больше. И что? Свет, смотри, какой корабль. Это Питер, детка. Тут даже детские площадки лучше. Я посол. Детство. Площадочка. Лосоток. Да, хорошо. Алло, за погода. А сегодня что? Лето, что ли? Да, лето. Иди сюда. Богдан, я же сказала, надо пойти к маме. Все. Нет, лето, нет. Потом погуляй. Знаю, ждать маму. О, дай пока телефончик. Он мне самой нужен. А почему у тебя есть телефон, а у меня нет? О, телефончик. Вот, теперь у тебя есть настоящий телефон. Пойдет. Ох, ну ладно, я сегодня добрая. Ух ты! Богдан, а ну-ка дай мне свой телефон. На. Ого! На, держи. Ух ты, телефончик. Нет, планшетик. Что-то я сегодня совсем добрая. Фух.
Фух. Света, спасибо, 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 спасибо. Да пожалуйста, пожалуйста. Да-да, на леопардика похож. Свет, что тут написано? Монстр пад. Так, как он у нас тут включается? Так, где у нас тут кнопочка? А, вот кнопочка. Так, где у нас тут мультики? Ух ты, Ютуб. Свет, тут мультики не включаются. Глупенький, его же надо к интернету подключить. Так, как тут к интернету подключить? О, игры! Богдан, смотри, тут игры есть. Ух ты, дай сюда! Я хочу мимимиски. Фух, отстал от меня. Иди к цыкленку. Так, где она тут? Ты кто? Ой. Эй, ты кто, чувак? Эй, приятель, ты что на палке стоишь? Так, ягоды. Какой хороший планшетик. Детки, я вернулась. Чем вы тут занимаетесь, что у вас тишина Мама, такая? Смотри, у меня новый планшетик. Планшетик. Монстр пад. Откуда? Света наколдовала. Дай поиграть. Света? Я не специально... Ох, вредные детки. Дай-ка я его получше посмотрю. Так. Игры. Мультики. Родительский контроль. Интернет. Мама, я заиграла. Да погоди, ты мне тут кое-что сделать нужно. Как раз я компьютер забыла. Богдан, да ладно, он все равно скоро в телефон превратится, как карета в тыкву. Помнишь из Золушки? Пошли лучше посмеемся над мамой. Это что такое? Света вообще колдовать не умеет. Ну что это такое? Ну что за вредные детки, а? Привет, дети! Слушайте, ну что опять вы натворили? Почему вы не убираете игрушки, а? А зачем убираться? Я вам все играю. Света, ну почему ты не следишь за порядком, а? Мам, ну он когда играет в игрушки, он меня хотя бы не трогает. Ну, вредные детки, если вам такой беспорядок нравится, то новые игрушки я вам не дам. Мама, ну пожалуйста, 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 пожалуйста. Вот наведете порядок, тогда, может быть, и дам. Я еще подумаю. Мам, ну ты что, пообещала игрушки и не даешь? Он теперь с ума нас ведет. Ничего, зато уберется. Ну, мам, ну, мама, я потом игрушки соберу. А что ты купила для нас? Что-то мне не верится, что ты сложишь. Ну, Свет, ну скажи, что я потом все уберу. Мам, он потом уберет игрушки. Наверное. Ладно, дети, вы мне пообещали, я проверю. Сейчас покажу. Смотрите, какие такие боты мне попались, замечательные. Мне чуть синенький. Свет, ну тебе тогда желтенький. Мам, мне-то зачем, я же не маленькая. Маленькая, не маленькая. Он такой милый, я даже себе взяла одного. Зелененького. Мам, ну ты как маленькая, ну честное слово. Мам, они танцуют?
Нет, они только записывают голоса, а еще у них ручки и ножки шевелятся, видишь? Вау, я хотел такого. Вау. Это мой таки ботик. А что с ним делать? Что, менять глаза? У него не просто так лица меняются. Это разные эффекты на твой голос. Смотри. Богдаша маленький кракозяблик. Слушай. Богдаша маленький кракозяблик. Богдаша маленький кракозяблик. Богдаша маленький кракозяблик. Богдаша маленький кракозяблик. Видал? Вот, дай мне попробовать. А это что за стрелочки? Это не стрелочки, а сенсорные кнопочки, чтобы ускорять или замедлять, короче, усиливать или ослаблять эффект. Я, между прочим, теперь, когда ухожу из дома, могу вам не записки писать, а записывать все на таки ботика. Мам, ну ты как придумаешь? Я понимаю, над училкой приколоться, например. Хотя надо подумать насчет этого. Света, не училка, а учительница. И как тебе вообще такое в голову приходит? Прикалываться над учителями. Нельзя прикалываться над учителями. Все ясно? Это просто милая игрушка для развлечения. Поняла? Поняла. Ну вот и молодец. Дети, вы обещали мне убраться. Угу. Света хомяк. Света хомяк. Света хомяк. Свет, смотри. Света хомяк. Света хомяк. Видела? Да ну тебя. Ездишь, а? Уйди! Дети, вы где? Так и не убрались, а? Ну, я им сейчас устрою! Да что ж ты такой приставучий, а? Отстань от меня! Дети, дети! Идите сюда! Дети! Дети, стойте! Дети! Ну что за вредные детки, а? Игрушки тут поразбросали! Да почему вообще я должна за ними убираться, а? Где их эта волшебная палочка? Как она тут работает, а? Я не знаю. Пойдем посмотрим. Пойдем. Мам, мама, с тобой все хорошо? Со мной все хорошо. Все замечательно. Мам, а где мои игрушки? Я не знаю. Мам, ты что, все спрятала? Я? Да. То есть нет. Оно само так получилось. Что получилось? Я вас звала, вы не слышали, я рассердилась. В общем, они исчезли, короче. Все мои игрушки? Ну не все, таки боты же остались, с ними и играйте. Мам, ну ты чего, он же меня без игрушек с ума сведет. Ну, мам.